средней школе и библиотеке поселка совхоза имени Ленина проходят две выставки творческих работ. Они подготовлены детьми и преподавателями коллективов муниципального центра культуры. Главной темой обеих экспозиций стала осень. Выставка библиотеки получила название «Нас осень вдохновляет». При работе над ней ребята использовали разные техники, включая гербарий и аппликацию. И одно из самых ярких времен года в буквальном смысле заиграло новыми красками. Представитель главного акционера ЗАО «Совхоз» имени Ленина компании «Рота Агро» Сергей Верлеев отметил, что талантливых ребят необходимо поощрить. В прошлом году проводили конкурс рисунков, мы проводили конкурс фотографий. И смотря на вот эти вот работу, хочется продолжить нашу традицию и провести точно такие же конкурсы по осенней тематике. Выставка под названием «Осенняя элегантность» разместилась в стенах средней школы поселка. Юные художники для воплощения своих фантазий активно использовали листья. Эти и другие работы, подготовленные местными жителями, в ближайшее время примут участие в конкурсе, который организует компания «Рота Агро».